Всем привет, всем привет, всем привет, на канале Пиратская Жизнь, ребяточки, как всегда, Нина и Вовчик. В общем, у нас, как всегда, война войной, а обед по расписанию. Да, в общем, у нас сегодня вкусный-вкусный завтрак, вот такая вот яичница а-ля скрамбл. Кстати, скрамбл у меня здесь почему-то в России не получается, нифига, вот, только за границей. А вот, сардельками вкусными, дальше кабачковый икра, Russian style, а вот рулетик, сырочек, колбаска, хлебушек, ну и любимый муж, красивый. Да, чмок. Люблю, не могу. Люблю. Вообще. Вот такая у нас любовь. Вот такая любовь, детки. Вот такая любовь. Да. Люблю его больше кошек. Поэтому кошки не завожу. Прокормить могу только его. Короче, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Не покинет больше вас. Не, надо было включить какой-нибудь томатик, ты же любишь. Там сейчас будет. Наш потребкнадзор. Короче, сейчас кушаем и едем к Наташе. Подарками. На всякими. Надо отвезти. Любимая рубрика. Очень многие любят. Что я здесь вообще не хочу. Кормлю только Вованы. Вкусненько. Так себе положу немножко. И там. Этой корки. Ты чай как делаешь? Как чай делаю? Надо брови размочить. Синие брови, а эти стрелки. Шурма. Шелуха. Шерсть. Это что, наш потребнадзор? Да. А это то, что готовят в магазинах. Что-то вообще не хочу ничего. Как всегда, мы вчера, короче, посидели. Открыла пачку чипсов. Вот. И что-то поел немножко и выкинули. А вот. И этот. Еще вон с этими, с рыбкой. Не с рыбкой, а с этими, с, как он называется, да? С креветками вот тоже. Посидели. Пивка попили. Маленько. Безалкогольного. Все так, посидели, нормально. Я, блин, через полтора часа сразу уснула. Как всегда. А он, как всегда, один сериал смотрел. Без меня. Нехороший человек. Я только глаз открываю. Очередная серия. А что происходит? Вот. Видишь, мясо. Мам, гриль. У меня есть мысли, конечно, купить гриль. Да, мафика мне нужна. А что, я, блин, каждый день стейки себе буду жить? Нет. А все этой техники дома и так дофига. Некуда девать. Печень. Вот, чистенькую, хорошенькую модель. Красиво. Печень. Ее почистили просто. А видишь, чищенная. У нее даже на руках не остается ничего. Это такая прям идеально блестящая, красивая. Язык. О, язык хороший. Тоже. Сердце. Или сердце. Что-то они тут это с потрохами мутят. Что ж, можно тебе положу угодно? Ну вообще не лезь. Сардельки. Вообще не хочу. Так что все для тебя. Вообще не хочу. Сегодня, кстати, стал на весу плюс 200 грамм. И чего? И все мне же? Да. Вот остальное ты доедай. Мучают меня едой. А не хочу. Плюс 200 грамм, девочки, обалдеть. 200 грамм. Ем и плачу. Это твои чипсы. Я попробовала. Ну, ничего такого, знаешь, прям вообще. У меня не было вот этого вот эффекта прям. Вау. Честно, вообще нет. Как-то я от вкусного десерта как-то даже больше кайфанула, чем от этих чипсов дурацких. А чтобы почитала состав. Бяка-бяканая.
На, почки. Целиком жарят. А них не отварили? Наверное, как-то отмачивали, да? А кость, вот, кстати, кость вообще классная. Вымачивают в молоке. Желудок. То есть это троха готовит. Готовит троха. А кость, видишь, запекают. Они прям запекают кость, а оттуда достают костный мозг. Там прям, видишь, она пополам разбен резана. Кость. Я вот это люблю. Вообще погрызть. Это специально. Она не разжена, она распилена. Ножик такой есть, чтобы кость пилить. Это циркулярной пилой распиливает. Что, на кухне пила, да? Да. Ну как ты, блин, ножом и разрежешь кость? Электрический нож, как пила. Есть. Нет, это электрическая пила. Причем распиливают, когда в состоянии замороженного. Да. То есть уже так подают. Угу. Почки. Кушают. Да не, на самом деле, все вот эти вот почки, там, сердце, легкие, на самом деле очень вкусно. Просто нужно уметь это все приготовить. Это не то, что вкусно, это еще и полезно. Да. Как вот даже говорят, знаете, то, что вот ты то, что ты ешь. Вот. Даже вот те же самые хрящи, костный мозг и прочее. Почему вот очень многие любят, понимаете? Вот я обожаю это все. Я была готова, говорю, просить на рынке вот это вот все дело, потому что на самом деле это очень хорошо коллаген для наших же суставов. Понимаете, у меня проблемы есть с суставами, и мне это на самом деле очень полезно. Натуральный коллаген. Да. Который усваивается организмом. Угу. Так что другой не будем усваиваться. Угу. Только нужно это определенный это набор витаминов и веществ. Кстати, надо холодец сделать. У меня там есть что-то на холодец. Видишь? Надо замутить. Это все готовится, видишь? А вспомни, ты ладно. Как макашница. Ну. Хотя есть. За границей, видишь? По-моему, Испания. Угу. Ушки, кстати. Уши и язык. Китайцы, кстати, вообще обожают вот эти вот лапки куриные. А есть говяжье все. Угу. Видишь, там рубец. Желудок, требуха, вон висит, да? Италия. Живу Италия. Нет, действительно вкусно. Слайм. И, вот, пожалуйста. Так, а сейчас насмотрюсь, пойду какой-нибудь, я не знаю, что-то куплю. Питин, кстати, да, приготовлю. У нас вот заканчивается это. Дико. Он печень приготовил. Витамин А. Да. Печень. Кесень, это плюс это гемоглобин, это для крови очень полезно. Как колбасу, кровянку тоже делают. И все. Что только не делают. А вот высшая степень вот этого любения вот этого всего, это у китайцев. Они там все едят. Даже вот, летучих мышей. Так вот. Мастерство повара едят, когда это мнение, как он готовит. Фу, ё-моё. Да. Ёпочка. Это бычий цепень. Видишь? Так. Ё-моё. Так, ну вот это мне уже портит аппетит. А ты уже давай съела? Переключай. Поначалу, когда показывали вареный желудок, вкусно нарезанный, с соусом, это было вкусно. А сейчас как-то не очень. Это прикол еще в том, что если они попадут внутрь, там, это их... яйца и так далее, они же могут там... Вон сколько случаев показывали, когда из людей там столько метров вытаскивают. Вот те. Как делать паштет? Ну, если там паштет есть. Так, все. Вот теперь дальше смотреть опасно. Ты либо пожрешь что-нибудь левого, то, что тебе не надо, либо, не знаю, на что-нибудь глядеть не сможешь. Нет, конечно, вот это то, что показывают, правильно. В том плане, что из чего делают эти колбасы, из чего. И на самом деле на производстве это выглядит не очень красиво. Как я смотрела, там делают докторскую колбасу, когда такая масса, детская неожиданность, как будто кого-то стошнило, бля. Пардон. Вот эта розово-серая вот эта масса, которая переваривается, да. А потом это все закидывается там под краситель и прочее. Так как люди-то говорят?
Да. Кто год был на мясском бинате, колбасу видел, как едят. Делают. Колбасу, но ее не ест. Больше. Не, вот тут вот я, например, вижу рулет, да, куриный. Я же вижу прям частями вот мяса, понимаете, прям кусками. Я вопрос. Раз здесь прям кусками мяса, значит, нормально. А на самом деле это что? Мясо. Курица. Это грудка. Ну тут и грудка, и это. Здесь и белая, и красная. Видишь, здесь миксом. Здесь. Но, когда читаешь состав. Он замачивает, видишь? Угу. Балит. Печень. Ну, когда читаешь состав, там прям написано мясо механической обвалки. И значит, что могли бы попасть и кости. И хрящики. Естество повара. Как готовит он требуху. Умеет. Вкусно? И повар. Вот все знать надо. Этого еще. Одна рынка, кстати, есть. Не дошли. Нет, кстати, пропустили. Чего? Шефа. Адского. Ну, можем посмотреть в записи что-то. Пропустили прям. Вот как раз сегодня будет чем заняться. Вечером. У нас дел-то вообще нету. Нужно адского шефа посмотреть, пожрать, пузо почесать. Миша. Дел вообще нету. А я что, не я? Чай. Дикий чай. Фруктовый чай. Какой, видишь? Трясут там через какую-то сетку. Угу. И уже упаковывают. А вообще говорят, что вот этот чай в пакетиках, это пыль индийских дорог. Вот реально сейчас пакетик взяла, видишь, какая-то пыль прямо записала. Это то, что после чая осталось. Угу. Как тогда показывали. Мы собрали для вас лучший кофе со всего мира. А говорит, то, что осталось, отправили вам. Якобс. Был так. О, новый Витас. Кстати, реально песню Витас поет. Косит под него. Я, кстати, тоже могу Витас петь. Это будет очень громко, я не буду этого делать. У меня там Витас, когда поет, у него нужно этот верхний регистр. Это вот этот вот высокий очень голос. У меня он более такой тяжелый, более низкий. Мне сложно вот эти верхние ноты брать. Мне же меццо-сопрано, девочки! Я тогда ходила, на школе кружок был. Вот. И у нас преподавательница была, кстати, из консерватории. Вот. И как раз вот она у меня там голос обнаружила. У нас же был урок там музыки был. Вот, и я там. Джельсамина. Мне нравилось, кстати. У меня родители так были счастливы. Папа там постоянно приходили куда-нибудь в гости, и говорят, Нина, спой, да ты спой меня, ты спой, давай. И там все там, тетки там все, да давай, Нина, послушай. Мне так, я не буду там. Блин, у меня мелкое было. Нет, вот что за вот это вот родительское, да, вот это, нет, вот надо показать, вот смотри, смотрите, какой у меня ребенок. Я думаю, ой, все, а ребенку вот как бы вот. Тоновку не надо. Да. Я, наоборот, обижалась, говорю, не хочу, я не буду, ну что вы, блин, меня выставляете? А иногда прям самой хотелось. Это уже постарше, когда стала. Я такая, а, сейчас спою. Такая, я не помню, тут в ВКонтакте показывали ролик. Че? Время концерта какой-то певички отключился это. Микрофон? Аппаратура. Ну что, я там... Да. То есть она пела уже не под фанеру, а своим голосом. И это было ужасно. Да многие так. Понимаешь, современные голоса – это в основном обработка. Да. Вот, во-первых, не одна попытка спеть, скажем так, попасть в правильную тональность и так далее. Вот, человек, он не робот, он не может 100% всегда выпадать в тональность, да? То есть здесь где-то там дыхание перепало, там, или еще что-то, понимаешь? Нет, большинство... Да? Нынешние звезды, они не умеют петь. То есть они умеют, но у них нет голоса.
Блин, вкусно вот эта икра кабачковая с майонезиком. Девчонки, готовьте. Да, да, это кто-то из продюсеров говорил, что современных певцов, прочих, у них нету голоса. То есть приходится его немножко обрабатывать, дорабатывать. Мне кажется, сейчас вот певцов, которых берут, так сказать, на сцену, в первую очередь они должны быть яркие и харизматичные. А голос, это уже, знаешь... Это второстепенно. Это уже второстепенно. Тебе сделают толк. Если у тебя хотя бы просто, ты хотя бы в ноты попадаешь, уже у тебя большой шанс. В ноты попадаешь, а голос тебе сделают. То есть зачастую, знаешь, даже, как это, вспомнил вот это вот, приходите завтра. Помнишь этот вот? Когда она пришла. Типа внешность ее не соответствует. Ну, это вот такая вот внешность, да. Раньше, кстати, которых учили актеров и актрис, да, их учили не только играть роль, но и петь. Как ты мне всегда говорил, раньше актеры были поющие. Да. Все актеры были поющие. А как думаешь, этот? Вылез-то. Кто? Певцы-то. Кто? Харатьян. Очень случайно. Ну, а Боярский? А Боярский он всегда пел. Ну, вообще, знаешь, есть такое понятие, талантливый человек, талант во всем. Если действительно человек талант, то у него нет, и чаще всего тогда и голос учили, есть, и все. Ему ставили голос, ему ставили как петь. Ну, когда раньше постоянно вот эти фильмы были там где-нибудь, они, да нет, нет, да споют. Понимаешь, вспомни вот эти старые советские фильмы. Кстати, ты знаешь, что в фильме «Три Д'Артаньяна и три мушкетера», вот этот старый наш, что там не все актеры пели своими голосами. И отгадай, кто? Что тут? Вот этот вот, да? Вот, который, блин, как его зовут? Карслан. Ну, тоже. Ты сейчас это начнешь мне прогонять. Там пел своим голосом только Боярский, который играл Д'Артаньяна, и блин, Атос. Атос. А все остальные не свои. Это... Сердечки куриные. Вениамин, смех. Все. Сердечки куриные. Она, кстати, целиком уже. А актер, который играл Арамиса, вместо него пел другой человек. А вот я тебе хочу сказать, вот знаешь, фильм «Пятый элемент», вот это вот, который певица-то пел. Певица. Этот голос был сформирован из нескольких голосов раз, плюс там обработанная компьютерная графика и так далее. Вот это вот клавиатурный там. Там вообще там такая обработка. Я слышала, кстати, девочка в интернете попадалась, которая просто перепевала практически вообще идентично. Там это вообще круто было. Ну, она профессиональная. Вот. Есть, кстати, очень много каналов на Ютубе и вообще. Не знаю, вот, что девчонки просто поют. Вот, очень классно поют. Некоторые иностранные песни перепевают по-русски, да, то есть переводят и поют. Очень здорово. Ну, это, говорю, девчонки профессионалы. А вот опять этом, же себя нашли. Вот в этом фильме, это вместо Арамиса пел один из участников группы «Сябры». Так. Будешь? А то я сейчас все съем. Не будешь? Ешь. Я буду мясо есть. Ешь. Так хочешь. Так что... Как я так второй у нее висели. Так что не надо тут. Да, грязную навешу себе. Надо ухо. О, борщ показывает сейчас. Будет. С чего готовится? О, в чайнике борщ варит. Офигеть как. У меня тоже висят. Снимайте быстрее, пока оно все показывает.
Я потом шор сделаю. Сама на себя. Да. Вот, видишь, талантливый человек, талантлив во всем. И наложил музыку только настоящую. У меня сразу этот... Сработало вот, что можно вставить в уши, чтобы быть похожей. Ладно, мои хорошие, очень надеюсь, что я вам подняла настроение. Утром прекрасно, всем прекраснейшего дня, хорошего настроения. Пускай ваш день будет самым ярким и замечательным. Увидимся, чупс. Пока-пока!